Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у нас не просто поездочка, у нас супер поездка вместе с Леной и моими родителями. Назар и Лена любезно пригласили нас в это местечко, чтобы завтракать, фактически не завтрак, а потому что сейчас почти 11, и называется фика. Фика. Да, фика. Вот, очень красивое место. Очень красивые места, уже заранее. Вот инжир. Воочию видим белый инжир, который папа любит. А Сережа первый раз в Турции. Как тебе Турция, Сереж? Ну, во-первых, не первый раз, уже второй раз. Так, давай, продолжай тогда. Очень нравится. Красиво. Своеобразная природа, скалы. Которые приехали кто откуда. Вот, там сборная команда Украина, Россия, Швеция. Короче говоря, приехали они в Турцию, и мы решили им что-то показать. Что, Лена, мы им решили показать? Лена? Мы их отвезли в мое самое любимое место, Чакырлат. Здесь находятся ресторанчики, где турки любят очень воскресно завтракать. Мы приехали, к сожалению, немного припозднившись, очень сложно найти свободное место. Свободные места есть, но нет хороших мест, а мы хотим прям быть вблизи воды, чтобы нас вот эта вот прохлада от воды нас охлаждала. Вот ждем свободного столика. А по поводу езды... Ну и сколько мы добирались, скажу в двух словах, буквально 15 минут от Анталии, и вы вот в этом замечательном месте. Горы, водопадики и большое количество природы, зеленой и очень приятной. Называется местечко, кстати. Дженнет Вадиси, значит, долина Парадиса. Дженнет Вадиси, райская долина. Замечательное место, очень атмосферное, большое количество природы, зелени, солнца. Сегодня продолжается жара, фактически экватор лета, конец июля. И хочу сказать, что очень комфортно здесь, несмотря на жару, ездит такая вот речушка, которая идет с гор, и она очень не жаркая, прохладная. Вот правильное слово, прохладная. И, как видите, многие здесь не только кушают, но еще и фотографируются, делают фотосессии, чтобы запечатлеть этот замечательный момент. Ну что, теперь я с вами прощаюсь. Друзья, отлично выдалась поездка. Спасибо всем участникам процесса. Спасибо Лене. Спасибо папе, который приехал специально из Стокгольма, чтобы посетить это место. Ну, не именно это место, а вообще посетить Анталию, потому что ему очень нравится Турция. И спасибо всем гостеприимным гражданам Турции, которые в этой поездке участвовали в той или иной мере. В данном случае очень... В данном случае все было очень шумно, как вы слышали.
Все было очень вкусно, атмосферно. Ресторан называется Узайн Ери. Такие топчанчики на воде. Вода уже не такая прохладная, как была еще пару месяцев назад. Вот, но тем не менее, все равно сидеть и трапезничать около воды очень приятно. Мы заказали. Окей. Рычтаны, гёздюны. Кеймалы. Кеймалы. Базлама. Кашарлы. Кашарлы. Вот так? Яйца. Вы хотите яйца? Нет. Нет. Пардон, меню-вар? Хочу сфотографировать меню. Нету меню. Как, вообще нету? А как тогда вам можешь сказать, что почем? Тогда что почем? Ермибеш. 25, да? 125. А, 125. Юз ермибеш. 125 лир. Вот. Мы взяли практически на пятерых еду, и нам обошлось 125 лир. Очень вкусно. Завтрак на пятерых нам принесли огромный поднос с явствами. Там было варенье, сыры, орехи, оливки. Обязательно турецкий чай. Лови. Вот, принесли чай вот на такой вот печке, чтобы он был постоянно горячий. Это на углях, да? Мне, пожалуйста, дамле. Без сахара, мы с медом. Мы с медом, только с медом. Только с медом, да? Да. Узай Иньери. Отличный ресторан, очень вкусно, атмосферно и недорого. А вот здесь, за моей спиной, делают всевозможные гюзлимешки. То есть гюзлиме, так называемые двойные блины с начинкой посередине. Так будет, наверное, нам, славянам, более понятно. Они есть с сыром, с шпинатом, с мясом. Мы ударили по мясу. Я вам предлагаю с сыром не брать. Нам принесут базламат, а это как хачапури. И вы знаете, да, как ты это тогда два с мясом. Тогда три с мясом. Три с мясом. Три с мясом. Со шпинатом вообще не так. А классическое, в принципе, то, что едят гости Пхукета, с сыром и, пожалуй, с картошкой или со шпинатом. Есть еще с крапивой. Есть еще с крапивой, подсказывает мне Лена. Вот, действительно, есть с крапивой. Но я этого не пробовал, говорить не буду. Но все остальное было замечательно. Очень красивая природа, много зелени, ручеек, водопады и быстрое обслуживание, несмотря на то, что очень много людей. Папа, что тебе больше всего понравилось? Мне нравится местечко, уютно, по-деревенскому, погода хорошая, все придумано, в самом деле приятно. А в Швеции сейчас какая температура? Ну, сейчас около 20-22. Скорее всего, дождь, в Киеве тоже дождь. Завтра, говорят, гроза, так что последние часы. Ну, еще через месяц, я туда, сюда. Причем много людей сугубо по воскресенью, единственный выходной день недели. А в остальные дни тут фактически свободно, так что берите, приезжайте. Я думаю, что на такси сюда тоже можно будет доехать. Ну, на сим все. Дин дон дэй, ма саляма, гайдо, гиле гиле, ну, наконец-то встречала. Все, всем пока-пока, до новых встреч у Назара на канале. Не забудьте подписаться. Все. Унжайен Ири, этот ресторан, где... Нет, неправильно? Узайен. Узай. Узайен Ири. Узай. Узай, скажи. Узай. Узай. Узайен Ири. Узайен Ири. Ресторан называется Узайен Ири. Узайен. 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 Узайен Ири. И снова здравствуйте! Мы ведем горячий репортаж и видим всех участников событий. Как вам там, вкусненько было? Очень вкусно было. И нам тоже. Молодцы. Все. Хорошо. Пока-пока.